Всем привет! Сегодня крайний обзор на протеин бомбар отечественного производителя Fitness Food, город Тольятти, Самарская область. Крайний вкус — это крем-брюле. Сразу смотрим, что у нас по белку. Белка 74,3 грамма на 100 грамм продукта. И на этот пробник в 30 грамм получается 22,3 грамма белка. Это наивысший показатель из 4 вкусов по белку, которые были. И это плюс, но он все равно по граммовке не дотягивает до среднего количества по протеину других производителей. Так, что еще нам говорит производитель? Так, состав: концентрат сывороточного белка, эмулятор, ароматизаторы, загустители и прочее. Рекомендации по приготовлению: к 250-300 мл воды или обезжиренного молока добавить 30 грамм смеси, тщательно перемешать, рекомендуется в шейкере до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается, использовать в дополнение к основному рациону между приемами пищи. Так, все вскрываем. Так, есть в шейкере примерно 250 миллилитров воды. Так, размешался хорошо. Пены чуть-чуть есть, достаточно жидкий. А по запаху. Ну, запах действительно, да, крем-брюле. Немножко даже отдает пломбиром отдаленно. Ну, такой насыщенно-молочный какой-то. Сейчас скажу по вкусу. Так, как-то размешался с комочками. Достаточно большими. По вкусу как просто сладкое молоко. Вкус какой-то, ну, не очень приятный на самом деле. Просто как будто в стакан молока сыпанули пару ложек сахара. Вот. Ну, так себе. Что вообще по данному протеину могу сказать? Было на обзорах 4 вкуса разных. Из них мне больше всего понравился малиновое печенье. Ну, там печенья по вкусу не было как такового, но зато была малина. И она была, в принципе, неплохой. Остальные вкусы, ну так, вообще на троечку. Что еще хочу сказать, в общем, по бомбару. Посмотрел я цену на текущий момент на сайте производителя. Цена на 900 грамм протеина почти 2500 рублей. А за эту цену я считаю, что абсолютно неадекватно покупать данный протеин, потому что он, в принципе, по вкусу, ну, далеко не супер. Это раз. А второй момент, по количеству белка он крайне низок. Я считаю, что продукт был бы, в принципе, интересен, если бы цена на него была порядка 1200 рублей за 900 грамм протеина. Тогда еще более-менее можно его рассматривать. При текущей цене продукт вообще не интересен просто. Я его не рекомендую. Поэтому, если будет возможность, в принципе, его покупать по большим скидкам, порядка 50%, то, ну, можно брать. А так не имеет смысла никакого. Вот такой обзор на отечественный бренд Бомбар по протеину. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.